Номера 13 солистов и 9 вокальных ансамблей сегодня составили программу гала-концерта городского молодежного конкурса патриотической песни, который прошел в центре «Диалог». Кристина Белян познакомилась с репертуаром и пообщалась с юными голосистами-патриотами. Автор этих строк – официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Песню «Верните память» дипломат посвятила российским участникам военных событий в Сирии. Такое произведение выбрала на конкурс патриотической песни Ани Галстян. Девушка воспринимает куплеты шире, чем память о бойцах локальных конфликтов. О людях, о том, что нужно ценить тех, кто ушел, и помнить всегда, что они отдали за нас жизнь. Подруга Ани, но сегодня соперница по сцене, исполнила песню армянского автора Сивака Ханагяна, участника популярного шоу талантов. Он пел скорее о войне, о военных действиях, которые происходили в Армении, поскольку он из Армении. Но мне кажется, что эта песня обо всем и о любом ожидании, да, и о любых военных действиях. Звучали на сцене строки не только о военном прошлом и настоящем России. Белокаменные церкви, бескрайние просторы, васильковые поля и тонкие березки. Все то, за что мы привыкли любить родину и воспевать в стихах и песнях. Конкурс в этом году юбилейный. За звание лучших боролись около 40 человек. У нас, ребята, по трем номинациям оцениваются. Это солисты, вокальные ансамбли и авторы-исполнители, которые сами написали песни о Великом Новгороде. Победители будут участвовать в областном фестивале патриотической песни России и поедут в Архангельск. В феврале там пройдет еще один фестиваль творческой молодежи городов воинской славы. Кристина Белян, Андрей Константинов, новости Новгородское областное телевидение.